добренько. Всем добренько. Бонджорно, бонджорно. Ой, усы, усы неровные. Бонджорно. Так, единственное, мне кажется, надо это. Там донаты, наверное, не слышно. Только мне слышно. Поэтому, ну, ладно, расскажу. А, шляпа упала, елки-моталки. Все, мексикашка вернулся. Бонджорно! Здравствуйте. А че у меня усы опять херово? Ну так вот. Так нормально. Свете закончит вторую половину RE5. Прошло уже больше полугода. Нахрен он кому этот PlayStation? Я говорю, я с ней не общаюсь. Ничего я не предлагал. Естественно, не предлагал. Нахрен мне это надо уже. Это уже неинтересно, если честно. Поэтому ничего не предлагал. Плюс это надо было делать давным-давно, а не через год или полгода, сколько там прошло. Ты же вообще не пьешь. Мы за встречу. Матвей предложил за встречу. Так уж и быть, что. Тем более мы пили корону, как Матвей завещал, с кусочками лайма. Писать их синосак не нужно. Я говорю, я стримы совместные женские больше проводить не буду. Потому что как только я у меня на канале появляется хоть какая-нибудь баба, блядь, ее потом обсуждают в течение года, двух лет, блядь, сколько там какая-то больная тема у меня на канале, походу. Почему-то в компании с Саньком. Потому что я в целом небольшой любитель пива. Во-вторых, я иногда и с Саньком покупал это пиво корону по одной бутылочке. Но то, что он пьет всякие-то козелы, блин, я вообще такое терпеть не могу. Вот и все. И в принципе я практически не пью. Я вот с Матвеем выпил, это, наверное, не знаю, за первый раз за год, может, или за два года. Мексиканскую корону, естественно. Какую еще? Не русскую же. Пивной стрим. Не, я не пью так пиво, чтобы делать пивные стримы. Я его могу выпить раз в год. Или раз в два года. Ёперный театр. Что, собственно, происходит? Играем в Донди потихонечку. Канале из женщин никто не появляется, а подписчица Алина, она разве не появлялась, что она, кстати, очень всем понравилась. Я помню, тот стрим вообще всем зашел. Но только я больше не собираюсь проводить никаких стримов с бабами. Мне это не интересно. Да ёб, блядь, вашу мать нахрен. Почти убил же. Сука. У него есть желание вроде в плане соревнования. Ну, я вендор, я никому сам лично не пишу. То есть, если какой-то блогер мне пишет, что-то предлагает, я могу согласиться там. Потому что я совместные стримы не люблю в целом.
я небольшой любитель этим заниматься и сам лично инициативу проявлять не буду точно. Потому что это все-таки, я считаю, что совместные стримы это не мое. Да, блядь, ну как так-то нахрен ты, сука, мне попал, мать твою, ублюдок, чёрту. Мне кажется, мы с Саньком, бабулей Тагилом, скучаем больше, чем ты. Почему? О чем можно скучать-то именно? Бабушка вообще в кадре один раз только появлялась на стриме. О чем можно скучать? А Тагиле вообще я не понимаю, как можно скучать, потому что, ну, объективно, что там вообще то одно сплошное уныние, которая меня расстраивала. Замечательный стрим с Пашей. Может быть, я уже не помню. Ну, зарекся больше. А у меня и нет усы, у меня легкая небритость. Это разве усы, что ли? Я усы больше и не отращивал никогда. Просто побриться забыл. Блин, забавный уровень, да? Когда к тебе на стрим Silent Hill киноман заходил, ну да, был хороший стрим. Но это тоже его инициатива. Он мне предложил постримить. Я говорю, с удовольствием. Что нет-то? Я, в принципе, всегда соглашался на совместные стримы. Если мне их кто-то предлагает. Просто я сам особо не люблю их. Эй, дядь, ты что, охренел, что ли? Что он как-то плавает хреновасто? А, тварь, ты упырь проклятый, мать твою. Взял цветок мой, отобрал, мразь. О, сука, вас там много тварей. Сейчас одного грохну. Так, все. Ёб вашу мать, мать твою, а с откуда там? Ну ты мразь, а. Что ж ты, сука, делаешь со мной? Ничего, и куда нам? А, так а мы что, назад приперли, что ли? Что за херня-то? Ну, охренительно вообще. Кто из коллег по цеху видел в Питере? Матвея. Олег Зотова и Сашей посмотрел бы ваш совместный стрим по Арье, допустим. Ну, это надо по пятому резиденту играть. Кроме пятого Арье там играть не во что. Да ёлки-моталки. Ладно, давайте следующую игру. Какую-нибудь. На самом деле Олег переехал совершенно на тот самый перегрев. Да, было бы весело, если бы я туда переехал. Это было бы забавно, согласен. Сейчас какую-нибудь игрушку выберем, чтобы на себя особо одеяло не перетягивало, но при этом все хорошо бы заходило. Санек в Питере не был. Он не то, что не был, он туда и не хочет. Человек, поймите, не хочет никуда. Максимум, что я могу, это вытащить его куда-то там через очень-очень большие усилия, уговоры и все такое. Человек хочет просто пить пиво и больше ничего. Я это миллион раз говорил и повторял.
Я не общаюсь с ней, Ксеносак. Откуда я знаю? Знает она, не знает. Мне без разницы, знает или не знает человек. Давайте вот эту тему уже прекращать там. Стоило мне с какой-то одной бабой постримить, и будем ее вспоминать, блядь, 5 лет, блядь, или еще там больше. Вот это уже бред какой-то. Киноманом стримил, что-то не вспоминаете. Ну, только вон один человек вспомнил. Это баба какая-то больная тема на моем канале. При том, что я вроде как пропагандирую общество без баб в основном. Олег, ты любишь новые фильмы? Нет мыслей сходить в киношку с Матвеем еще кем-нибудь. Но если будет хороший фильм, то можно сходить. Но, как правило, современные фильмы, типа вот «Отряда самоубийц», я бы не хотел смотреть. Самое забавное, что нет никаких доказательств, что Олег в Питере. Синосак, ты опять за старое. У тебя все какие-то доказательства того, пятого, десятого. Так, при таком раскладе понятно, что нет никаких доказательств. С другой стороны, какая разница, есть они или нет? Я-то делаю свой контент, собственно. Как делал, так и продолжаю делать. Санкт-Петербург бывает раз, поживи там года три, хотя бы будет виднее. Посмотрим, как получится. На него хочет понять. Завод Тагил пью, завод Тагил пью. Ну, это хорошее желание, в принципе. Нужно купить футболку без... Не, ну я не такой радикальный, как Гена Букин из сериала. Я-то, в принципе, не против завести мормышку и жить с ней. Я это говорил. Просто если она будет разделять мои интересы, там, видеоигры, я бы даже, в принципе, с подписчицей с какой-нибудь постримил бы, если бы она захотела, потому что я вон с Алиной стримил, всем более-менее зашло. Поэтому я бы постримил, если бы какая-нибудь баба там, вернее, извиняюсь, девушка, так сказать, уважительно говорить, написала там, я бы постримил, мне что, в принципе, ты не против. Иногда, потому что ты рядом с бабой события эпохальные редчайшие, от того и воспоминания. Чего нам этот киноман вспоминать его еще? Киноман, извините меня, самый большой человек в ретро-тусовке, так скажем. С киноманом это больше баб рядом. Со мной вообще бабы не трутся, я тебе так скажу, Ксеносак. Вот заметь, канал, первый хоррор-канал, который я постоянно привожу в пример. В модераторов как минимум две или три бабы. В спонсорах баб 5, наверное, или 10. И постоянно в чате одни бабы. Вот, просто. У меня же баб на канале, как вы знаете, практически нет. Ну, по-моему, сейчас вообще их нет. Сейчас их, наверное, и нет. Я так предполагаю, что их вообще нет. Понятное дело, что ты по-дружески, наверное, хочешь Саньку добра, чтобы он изменил мировоззрение, но если человек не хочет, пускай живет как он. Я так и думаю. Я на самом деле с ним проводил такие беседы, ну типа говорю, вот надо, говорю, там, то, сё, пятое, там, можно вот куда-то туда съездить, сюда, чтобы ну, как-то разнообразить свою жизнь. Бесполезно. Я раньше, на самом деле, да, проводил такие беседы. Давайте вот это, Bucky O'Hare. Поиграем. Ёлки-моталки, а. Ну, полетели, чё. А чё я не лечу-то туда, вдаль? Так, вот, это прикол. Честно сказать, похоже на летающие члены, чем на космические корабли. Уж извините за мою прямоту. Но это так выглядит.
Ну, блин, хрен на это самое. Насколько высоко надо подняться? Да я все выше, выше, выше. Но при этом... Блять, я обосрамшись. Да ну что? Поднимался, поднимался, в итоге упал нахрен. Так нельзя. Да вы чё, суки? Так, ладно. Ну все, пошли дальше. Еще куда тут? Опа-на, вот это прикол. Да ёперный театр упал нахрен. Дядька, дядька, открывай, блядь. Что-то очень много работы было в последнее время, некогда было присоединиться к трансляции. Понятное дело. Работа, понятное дело, что не всегда дает возможность трансляции посмотреть. Олегу далеко до сорокета. Ну, как сказать, не так уж и далеко. Что, мне скоро 35. А там, глядишь, и 40. И я все состою в обществе без баб, что удивительно. Дожил до 35 почти, а все без баб и без баб. Забавно, но а что поделаешь? Так. Олежа, силы всех благ. Будь здрав. Спасибо, блин, напугал. Однако, напугал, спасибо. Ёлки-моталки, божечки ты мой. Где эта шляпа с усами? Не оторвал уши. Ты куда я выкинул эту шляпу? Ты куда-то выкинул, блин, её. Я её кинул, блядь, а её нет. Бог ты мой. Бог ты мой. Так, а чё мы с самого начала, что ли, я не понял, начали? Мы же вроде это уже до сюда доходили. Можно PS5 продать, Xbox Series, взять реального Майка в гейм. Па, штука офигенная. Добренько. Ух ты, ёлки-палки. Спасибо большое, Алекс. Спасибо большое за поддержку. Показать что-то из коллекции в рулетке выпало. Спасибо большое за поддержку. Очень приятно. Приятного просмотра тебе. Показать что-то из коллекции. Давайте-ка я вам покажу. Сейчас подумаю, что. Хорошенькое что-нибудь. Покажу вам. Ну. Вот тогда. Ну и дополнительно вот эти две игры. Мне тут немного. Ну и как раз закругляться скоро будем. Немножко поиграем. Так, вот первая игра — это Tomb Raider. Одна из моих самых-самых любимых игр. Это Tomb Raider. И здесь вот такое интересное коллекционное издание. Ларочка. Блин, вот самое интересное, что мне не очень нравятся старые части Лары, а вот эта игра просто обожаю. Вот перед ней, которая 13-го, по-моему, года мне нравится. Или какого она. И вот это. Здесь такие интересные ары самой Лары Крофт. Вот забавно смотрится. Здесь есть еще. Мне вообще нравится это издание тем, что здесь вот разные арты. Когда будешь показывать на стримах, ну у меня же много ксеносак всяких разных вещей, и все, в целом
Пойми, я не отрицаю то, что я совсем ничего не буду покупать. У меня есть список, допустим, игр в коллекцию, которых я хочу купить себе. Я их обязательно когда-нибудь куплю. И плюс у меня коллекция, ну, дома, на хате, на той, в Тагиле, я когда-то перевезу ее тоже. Я найду, что показать в любом случае. И по поводу покупать. Но в любом случае я буду доставать периодически что-то там. Вот. Что-то я буду, естественно, доставать, что-то покупать. Вот. Вот это вот, кстати, вот этот арк мне очень нравится. Все Лары Крофт. Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались, я его называю. Крутая вещь. И вот издание «Аврора» американское, одно из моих самых любимых игр, «Метро Эксодус», но она мне реально понравилась. Хотя играем не без огрехов. Физики нет, движок деревянный, но графика хорошая. Вот, ну и сеттинг прикольный. Вот, полностью металлический кейс. Хорошего настроения, спокойного завершения стрима. Спасибо, Клаксер, мое почтение. Спасибо, братишка. Напугал дядьку. Сильно, я тебе скажу. Сильно ты меня сегодня напугал, однако. Во, короче, металлический кейс. И при этом, заметьте, очень красивый стилбук. Вот. Стилбук прям мне очень нравится. Здесь вот этот поезд Аврора, он так переливается. С обратной стороны, в принципе, ничего такого. Вот. Здесь, собственно, сама игра. Некая, так скажем, ну, такая, можно сказать, карта, не карта. Билибурда некоторые. Тут всякие монстры. Но самое интересное, что заметьте, они подписаны на русском языке. Вот. А прикол здесь в том, ну то есть здесь написано «Животный мир постапокалиптической России». Вот, видите? Но прикол-то в чем? В том, что это американское издание игры. И... По сути, эта игра – это то, что продавалось в США. И когда американцы покупали вот эту игру, у них вот эта вот тучка на русском языке была в комплекте с игрой. По сути, вот эти названия монстров на русском языке. Вот так вот. Ну и тут вот такой артбук в мягком переплете. Но он достаточно обычный. И всякие оружия там вот. Вот. Но забавно в том, что я купил это издание через подписчика. У него из коллекции взял. То есть у него было оно в коллекции. Я его у него купил. Вот. На самом деле я расстроился, что я его распечатал. Потому что PS4 версия этой игры достаточно ущербная. И в эту игру лучше всего играть все-таки на компе. Или там версию для PlayStation 5, вроде как она должна была выйти. Вот. А для версии для PS4 это полная шляпа, конечно. Но играть можно в целом, но лучше на компе. Ну так игра хорошая, я рад, что она у меня есть в коллекции. Так, ну чё, поехали. Так. Ну и чё, он не проходит ни хрена. Интересно мне знать, чё это он не проходит. Там же есть бесплатное обновление для PS. А, если оно бесплатное, то на самом деле очень хорошо. Значит, я думал, что оно на самом деле платное. Вот. Я думал, на самом деле, что платное.
Не, если бесплатно, это хорошо. Потому что версия для PlayStation 4 это дерьмо полное. Я вам ответственно заявляю, я сравнивал с ПК-версией, она полное говно. Но в целом игра хороша, конечно. Хороша, но вот дополнение, например, мне вот эти два полковника там, что-то... Про это американцы, что-то я так и не прошел его, не знаю, не зашло оно мне. Ну и движок деревянный. Вот, блин, был бы движок не деревянный, было бы круче. Там прям физики нет, ни хрена нет, все такое, блин. Если далеко не Last of Us, короче говоря, по уровню проработки, даже близко. Да ёб твою мать, я что, умер, что ли, нахрен? Я думал, там можно, блин, прыгнуть. Какой срок годности игровых дисков? Ну, на самом деле, никому не известно, сколько там игровой диск будет работать. Есть некие там... домыслы, что якобы 100 лет, но я в это не верю. Мне кажется, вот лет 15-20, потом деградация слоя и все. 15-20, ну может быть от силы 30 лет. В зависимости от того, ну опять же, вот Blu-ray диск, он должен быть гораздо более долговечный и более устойчивый к царапинам в целом. Там покрытие полимерное более твердое. А так... Экран поправь. А, да, кстати, надо же экран-то поправить точно. Но я там ничего не прошел, так что... Давайте последнюю игру и, наверное, на этом закругляемся. О, Exit Bike. Вот мне кажется, для ностальгии пару гоночек проехать нормально. Правда, там ну, звук такой ужасный. Я поэтому сделаю чуть потише, потому что, мне кажется, он вам не понравится. Эта игра не из тех, что звука. Вот так вот. Так, ну первый круг проехал. В Маугли? А, да, кстати, давай в Маугли, точно. Давай в Маугли, найдем, поиграем в Маугли. Так, Маугли должны быть у меня. Один уровень можно как раз бахнуть. Так, Маугли, а где они? Сейчас посмотрю. Так. Маугли, так, подожди. Слушай, я что-то не вижу, блин, а. Должна быть, блин. Я точно помню, что у меня были. Как они вообще называют? Вообще как-то по-другому называется. Не Маугли, а... Джангл Бук, по-моему, точно. То... Вот, да. Джангл Бук, вот. 2003 год, что ли, она? Вообще тут 2003, 94. Наверное, перевод 2003-го. Маугли начинает путешествие через джунгли, чтобы найти кого-то там. Не успел прочитать. Ну, Джангл Бук я в свое время, конечно, пройти не мог до конца, но несколько уровней в детстве, помню, проходил, конечно. Уровня 2 где-то там, 3. Ну, что это там, тварь, блин, засела? О, убил, хорошо. Так, сразу на этого дикобраза напрыгнул. Так, ну тут надо разгоняться, тут так, блин, не проведешь. Тут так не припрыгнешь. О, другой разговор.
Да ёперный театр, ёлки на моталке, ну это неудачно. Не, сегодня я не приседал, Клаксер. А, божечки ты мой, ни хрена ты мразь какая, тварюга. Да ты что, мразь? Да ты что делаешь ты, да? Серьезно? Так нельзя. Так нельзя. Это кощунственно. Так. Прыгаем. Потом вот сюда. Ёб твою мать, что ты не попал-то, а? Ну ладно, давай вот так. Так, один камень взяли. Так, вот эту обезьяну вы грохнули. Так, допустим. Блин, как бы мне... Ну так можно стрелять на бок. Ну, блин, неудобно нажимать-то. Ёперный театр нахрен. Олег, это сложная игра для тебя. Да почему сложная? Игра-то обычная, я же проходил в детстве пару уровней там. Ну, уровня 2-3 проходил, я помню. Я, в принципе, помню, как в ней играть, я помню, что тут надо делать. Надо на каждом уровне здесь надо собрать все кристаллы вот эти вот. На каждом уровне надо собрать все кристаллы и все. Сейчас мы все кристаллы соберем. Это сука, ну ты посмотри, какая мразь. Слышал про беспроводной геймпад Retro Fighter для PS1 и PS2. Сделан по последним технологиям. Не, не слышал. Может быть и прикольный, кстати. Слушай, ну надо попробовать, знаешь как? Так, что ты там, блин, пляшешь, дура? Знаете, ну, у меня жизни уже, сука, не осталось. Ну ты сдохни там, мразь, что ты, блин, на нихера себе ты. Тетя Мотя, блин. Это вам не Battletoads, да, точно, блин. Так, хорошо, давай вот сюда вот. Макаку, блин, убьем. Да, блин, стреляй ты в бок, мать твою. Достанешь ты нахрен. Так, все, эту завалили. Так, чекпоинт здесь активировал. Так. Да ну как, мать твою? Олежа, боже. Займись физической культурой. А то от сидячего образа жизни геморрой вылезет величиной с кулак. Поприседаю, разомни простату. На оставшуюся комплектухк. Ну давай пару раз, десяток раз присядем. Чисто для физической нагрузки. Два. Три. Пять. Семь. Восемь. Девять. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. О, боже. Вот это уже пошла тяжелее. 5. 17. 17. 19. 20. Ой, ёпта. Хорошо пошло. Хорошо пошло. Физической нагрузкой надо, да, немножко заниматься, чтобы лучше себя чувствовать. Согласен. Ой, ёлки-моталки.
Рулетка, рулетка, сука, подводит. Ну и хер с ней. Блин, а чё я часы-то не смогу снять? Блять, вот туда хрен запрыгнешь, а ебу. Ну слушай, ну. Ну наконец-то, ёлки-мотал. Так, маску взял. Ага, во. Как раз жизнь и кристалл. У ёлки-моталки, чуть не упал. Запыхался немножко я. Немножко подзапыхался, однако. Давай танчики ебани напоследок. Спасибо, Алекс Саратов. Давай танчики ебану. В принципе, можно напоследок танчики. Все равно мы этот... Давай, короче, танчики напоследок. Сколько пройдет, столько пройдет. О, блин, танк 990 запущу. Ну, ёлки. О, божечки ты мой. А ты неплох. В хорошей форме. Да. Даже не покраснел. Молодец. Спасибо, Клаксер. Надеть шляпу один час. А я уже в ней. Ну что, усы нахрен. Пизду надо открыть. Фух, короче, отрубаем нахрен эту рулеточку. Все. Напоследок танчики. Техника приседаний на высоте. Ну так, более-менее. Так, а что тут? Ну давай выберем вон какие-нибудь. Вот эти. Блин, ну так можно нервный срыв схватить нормально. У меня-то в наушниках охрененно громко. Хорош. Скример за скримером, ёлки-моталки. Спасибо за поддержку. Спасибо большое. Поддержка – это очень важно. Тем самым, блин, будет хорошо. Хорош, хорош. Давай, танечки, поиграем, да? Спать пойду потихонечку. Так, ну чё, засяду вот здесь. Буду нахер всех чувствовать. Ты, сука, там смотри мне. Так, вот тут, блин, взять бы время, вот это было бы неплохо, кстати. Во, вот это хорош было. Это было хорошо. Ну, чё вы там все? Да, о, вот это мне нравится. Сейчас я вас, блин, отмудохаю тут, суки. Получайте нахрен. Да что ты там? Все, отлично. Ну, рулетка. Такая рулетка, Ксенос, нахерились, не сделаешь. Я ее вырубил нахер. Года через три станет тренированным качком. Возможно. Да ни хрена ты, тварь, блин! Я в него, сука, стреляю, он, блядь, не умирает, и еще и меня попутно убивает. Ну ты мразь вообще. При том, что я стреляю с турбокнопками, блин. Охренеть, скотина. Эй, ты что там пробиваешь крышу, сука? Ты давай без этого. Ни хера себе, блин, чуть башню. Крышу не пробил, блин. Вот это мразь. Ну что вы там застряли? Вот эту танкеточку надо убить. Так, вот эту тоже убить надо. Вот этих надо бы завалить. О, вот этот едет мощный, надо его завалить. О, время. Вот это приятно. Все, хера. Кирдык вам, парни. Да что ты там не поворачиваешься, джойстики хреновые, блин. 8 бит дуо, потерял адаптер от 8 бит дуо контроллера. Теперь, блядь, играю с этого уебищного джойстика китайского, блин, дешевого. Который, блин, херня.
У него, блин, это крестовина, мать твою. Там все эти... Там было, по идее, только шляпа и это. Ну, там два... А, ну да, тут, блин, шляпу один час. Надеть шляпу один час, шляпу... Как-то, да, надо... Хотя у меня написано только два раза. Вот шляпа просто есть, и есть шляпа и усы. И все. Приклеить усы. Все написано стандартно, но почему-то в рулетке так работает поебануто. Вообще не работает по-еблански. Я ее, короче, выключу нахрен. Все. Задолбала она, ей-богу. Ладно, будем ее иногда включать, потому что она будет периодически нормально работать. Причем раньше-то она нормально работала, как бы. Я ж ничего не менял там ее. Ой, там звезда, мне надо ее взять. Главное, блядь, сейчас разъебет, сука. Чуть не разъебался. Вот это парень. И локация, конечно, у меня выбрана не очень удачно. Так, ёб твою мать. Ну, главное, штаб защищают. И штаб... Ой, блин, только что был пистолет, и я не взял его, сука, жалко такая. Блять, это что там мразь, откуда хочет приехать? Не, вроде не едет. Ты чё? Ты чары? О, жизнь. Сейчас этого уебём. Всё. Да, парик делал. А нету парика больше. Всё. Кирдык, филит а-ля комедиям. Зрителям он не зашел, не оценили шутку. Но раз не оценили, так что поделаешь. Юморим потихонечку, но некоторые шутки не очень удачно заходят. Какие-то удачи по-разному бывают. Так, пойду-ка я возьму вот это вот. Пусть будет, на всякий случай. Так. Мне бы пистолет взять. Пистолет был бы вообще в самый раз, блин, чтобы вообще сносить нахрен всех просто. Вот так. Ну все, кирдык вам, суки. Какая шутка? Ну, шутка про ведьмака была. Ну не заценили. Без обид, братан. Ну, короче, неудачным был парик, ладно, хрен с ним. Что-то я делаю удачное, что-то не очень, потому что как получается. Блин, там звезда была, ну ладно. Это кто, сука, взяли, блин, бомбу, меня взорвали, у меня теперь обычный танк уёбищный. Я пошел за пистолетом. Да, блядь, это джойстик, мать твою, ты, тварь, взял мой пистолет, сука, ты упырь, ублюдок, мразь. Я из-за этого джойстика прохерил пистолет, ну, сука, крестовина уебанская, блядь, где мой 8 бит ду, блядь? А он лежит в коробке, а у меня... Я не могу на 8 биту играть, адаптера нет. Сука, я проебал адаптер при переезде, где-то просрал его. И все, и пиздец. Адаптер просрал нахрен. И теперь я не могу играть на нормальном джойстике, беспроводном. Сука, ну это вообще, блин, как мне бесит. Вот вроде джойстик-то более-менее выглядит нормально. Крестовина всратая, сука. Корабль он взял. Видишь, какой? Ну и хрен с тобой. Так, вот это мы возьмем. Сейчас пойдем ва-банк нахрен. Блять, опять это из сраной крестовины всра.
Блять, да ты поворачивай, мать твою. Так, возьму жизнь на всякий случай, пусть будет. Блин. О, штаб! Штаб, сука! Штаб, мать твою! Ты тварь! Нет! А, ёпаная ты сволочь! А, ёпаная ты сволочь! Мразь, это мразотный джойстик. Рекорд 3632. Ну и что дальше мы с этим рекордом будем делать? Ничего. Ну ладно, что поделаешь. Ладно, будем на этом закругляться. Поиграли немножко в танчики, посидели, побухтели, потарахтели. Всем, как говорится, приятного вечера. Мир Божий дунь! Мир Божий дунь! Россия! Эй, гомо, гербоуды дунь! Добренько!